Сотрудники подразделения экономической безопасности Уссурийска при поддержке Росгвардии пресекли противоправную деятельность лиц по организации азартных игр. Нелегальное игорное заведение располагалось в оживленном районе Уссурийска. В ходе проверки деятельности интернет-кафе сотрудники полиции установили факт организации азартных игр с использованием телекоммуникационной сети. Игровые залы были оборудованы системой видеоконтроля. Штат работников состоял из кассиров, администраторов и охранников. В ходе обыска изъято компьютерное оборудование, обеспечивающее доступ клиентов к азартным интернет-играм, документация, бухгалтерские записи, квитанции о приеме и выдаче денежных средств. Полицейские установили личности двух местных жителей, причастных к организации незаконной игорной деятельности. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная организация и проведение азартных игр. По версии следствия, не позднее 2 марта 2023 года местные жители с целью извлечения дохода незаконно группа лиц по предварительному сговору совместно и организованно организовали и проводили в нежилом помещении, расположенном в доме по улице Спортивной в городе Уссурийске, то есть вне игорной зоны, азартные игры с использованием игрового оборудования и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Установлено, что преступлению причастно двое местных жителей. Они допрошены и в отношении них избрана мера пресечения. На месте происшествия проведен обыск, где изъято игровое оборудование и денежные средства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигурантам могут назначить наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом. Расследование продолжается. Олег Завьялов, новости на Восьмом.